Анжи не может, Амкар поможет. Махачкалинский футбольный клуб, похоже, все-таки сохранит прописку в элитном российском дивизионе. Клуб из Дагестана готов занять место пермского Амкара, который испытывает серьезные финансовые проблемы. Как стало известно накануне, Амкар рассматривает возможность снятия с чемпионата в ближайшее время. Анжи уже направил в РФС письмо о готовности выступить в премьер-лиге, в случае, если один из клубов не сможет получить лицензию на новый сезон. Выдача разрешения Амкару было отказано 2 недели назад. Переаттестация запланирована на 30 мая. Напомним, что желто-зеленые в прошлом сезоне покинули элитный дивизион российского футбола после поражения от Енисея в стыковых матчах.